Так, народ, всем здоров. На обзоре у меня Acum Bosch S5007, 750 пусковой, 84 ампер-часа емкость. Со слов владельца, Акуму 6 лет. Да-да, 6 лет. На клеммах без нагрузки 10 вольт. Сейчас включаем зарядку и трин-дрин-дрин-дрин-дин. Посмотрим, что будет. А будет херня. Так, пока не херня, пока дело в зарядке. Так, ладно, сейчас зарядку походу сменим. А не, он что-то есть. Что-то заряжается даже. Так, кстати, вот его маркировочка. Сейчас зарядку другую принесу. Ну чё, ток вот такой вот он берет без проблем. Это значит, что такому еще все в порядке, наверное. Ну что, народ, емкость первый раз залилась 21 ампер-час. Потом немножко разряда. И я покажу фотку, какая фактическая емкость во второй раз залилась. Ну, точнее, дозалилась. Потому что я не полностью его разряжал. Вот у нас дата. Так-с. На куме сейчас 12,6. Походу, у него есть самый разряд. Вот. Но мотор запускать должен пока что. Ну да, второй раз зарелось чуть-чуть, 6,8 ампер-часов, но, как сказать, аккумулятор немножко побыл в разряде пару часов, но поэтому и зарелось. Хотя, мне кажется, на акуме все-таки есть саморазряд. Сейчас посмотрим, сколько тут под нагрузкой. Так, без нагрузки 12,7, где-то так. Под нагрузкой, еще раз без нагрузки. И под нагрузкой. 10. 10,3 где-то. Так, народ, смотрим дату выпуска Bosch нашего. У нас топ-кадре это C0, C5, 6 и так далее. Ну-ка. И вот у нас что есть. Это сторона производства. Первые цифры. Дальше у нас пятерка. Последняя цифра года выпуска. То есть он у нас с 5-го года, сейчас 20-й год. Если быть точным, сейчас 10-11, я правда видео писалось, блин, не знаю когда, месяца 2-3 назад. И месяц у нас 19-е. Ну-ка, что там у нас в клипе? 60, не знаю, что это такое. Сейчас посмотрим. Посмотрим, 60. 60 это декабрь. Ух ты! А вот что получается? Получается, 5-й год, декабрь. Ну, то есть ему 4 года всего. Да, получается 4 года аккумулятора, а не 6. Вот, как-то так. 4 годика, значит, Бошу.